Друзья, всем привет! Продолжая свои эксперименты с живой водой, настаивая воду на травах, здесь вот у меня хвощ полевой и иван-чай. Иван-чай ферментированный, столовую ложку на литр воды я добавил, и он уже отстоял больше суток, вот вторые сутки уже пошли. И сейчас вам покажу поближе. Какой ОВП у иван-чая ферментированного? Смотрите, минус 413. Чай имеет приятный запах чайный. На вкус пока его не пробовал еще. Все ждал, когда ОВП понизится, потому что изначально первые сутки он показывал низкий ОВП. Где-то минус 100 с чем-то. Во второй емкости у меня здесь хвощ полевой уже с новой водой. Кстати, доливаю я сюда уже третий раз колодезную воду. Вот в этом вот стакане, вернее в этой чашке, полевой хвощ с водой, которая была залита, колодезная вода, второй раз. Вот в одну и ту же емкость, в одну и ту же траву второй раз. И ОВП здесь у меня с утра показал минус 550 единиц. Давайте сейчас я промою. Ну и давайте вот посмотрим. Это вот водичка, настоянная на... Включаем на хвоще, залитая второй раз и отстоявшая сутки при комнатной температуре с закрытой крышкой. Включаем. Смотрите, он сразу показал минус 400, вот пошел расти, минус 400, уже 80, смотрите, продолжает расти. О пользе хвоща, ну, можно говорить много, ну, вкратце, если так сказать, хотя я уже видео одно выкладывал. Он укрепляет иммунитет, он очень богат кремниевой кислотой, поэтому насыщает организм кремнием. Кремний служит в качестве восстановительного элемента костной ткани. Причем не только костей, но и хрящевой части. Он также является мочегонным, также является антисептическим, противовирусным, противомикробным. В общем, я выложу потом список, он очень большой, друзья. Но самое главное, что, как и любую траву, конечно, не стоит им увлекаться. То есть, как и любую лечебную траву, ее нужно пить, ну, курсом. 3 недели попили, 3 недели отдыха. Ну и обязательно, конечно, проконсультироваться с лечащим врачом, потому что не всем можно разные травы принимать. Например, вот этот вот хвощ полевой, его нельзя принимать беременным женщинам, например. Женщинам, которые кормят грудью, детям до 3 лет. Ну, в некоторых источниках пишут до 12 лет, где-то до 3 лет. Вот, поэтому проявляйте, конечно, здравомыслие, проявляйте осторожность. Смотрите, 500 уже с чем-то. ОВП, он всегда, он нестабилен. Я уже проверял вот эту воду, ну вот от первого раза, процеживал ее, ставил в холодильник. И после того, как я вытащил из холодильника и проверил ОВП, то там ОВП через, ну, за ночь опустился в 2 раза. То есть из 400 единиц он стал 220 где-то примерно. Вот так, друзья. Так что в любом случае эта вода будет намного полезнее. Хотя должен сказать, что изначальный показатель ОВП колодезной воды у меня показывал где-то плюс 20 единиц. Ну, а живая вода считается минус 400 единиц. Все, друзья, на этом у меня все. Всем пока, до новых встреч.